have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы продолжаем транзистор. Не знаю, насколько... Давайте, судя из того, сколько у нас еще слотов закрыто, три пассивных. Так, эти... С одной стороны, у нас еще довольно много закрыто, с другой стороны, я же поубирал все... минусы, так скажем. Поэтому мы сейчас получаем меньше экспы. Дело в том, что... Я прикидываю, сколько нам осталось до конца игры. У меня такое четкое... Не четкое ощущение, но ощущение... Псина, а ты че не дохнешь? Раз, два, три, четыре. Нет, не хватит. Хватит. Так, у чувака еще чуть-чуть жизни осталось. А, я могу это использовать даже... Я забыл, что я могу это использовать даже сейчас. Так, четверку. Раз, два, три, четыре. Да, поехали. Я могу это использовать даже на перезарядке, что мне позволяет... Так, четверку. Раз, два, три, четыре. И попробую его добить потом этим. Есть. Хорошо. Блин, это выгодно. Нужно постараться не потерять эту комбинацию, когда у нас вот этот хороший удар не тратит очки при... Ну, вы поняли. Когда я могу использовать его при перезарядке. Очень часто стали попадаться чекпоинты. Ну, я понимаю, что они, скорее всего, после каждого боя идут, но все же. Так, ограничители, вот ограничители. Они же у нас ни один из них не установлены. У нас их 4 из 10. Даже не 4, а 3. Нет, наверное, это еще не конец игры. Я просто не хочу идти где-то смотреть в Ютубе, сколько она... У меня в прошлой серии начало складываться ощущение, что мы сейчас дойдем до верха. И на этом может все завершиться. У меня начали появляться такие подозрения, что мы идем к концу игры. Но исходя из косвенных... ну, скажем так, улик. Получается, что там еще довольно долго играть. Это прикольная игра, мне нравится. Ай, блин, больно. Вы чё? Так, это нужно к ним портоваться. Раз... А он меня замедляет, но вроде как... Давайте сюда. Так, четверочка. Сюда. И потом переключаемся на... Хорошо, это сделали. И третий будет? Да, и третий будет. Четверку. Раз, два. По идее, должно хватить. Все в порядке. Ну, супер, что в порядке. У нас 86% там было или сколько? Мы вроде как подходим к... Погоди, а куда сейчас? А, туда дальше. У нас тут проход появился. Ну да, после каждого боя сохранение. 86. Мы скоро, получается, можем открыть какую-то или новую способность, или что-то такое. Посмотрим, как оно все пойдет.
О, ну-ка. OVC. Личное сообщение от Кентрел Эшер. Отправили несколько минут назад. Воспроизвести. Грант сейчас не может говорить, он нездоров. Так. Послушай, я делаю для него все, что могу. Я знаю, что время еще есть. Но дело в том, что с тех пор, как транзистор попал к тебе, он стал сам не свой. Транзистор или Грант? Я думаю, ты все поймешь, когда его увидишь. Значит, Грант. Транзистор-то я вижу. Так, да, ответить. Когда доберусь до вас, тебе придется рассказать мне все, чтобы получить мою помощь. Ясно. Ну, значит, это у нас промежуточное, грубо говоря, звено. Ага. Так, во-первых, тогда сохранимся. Во-вторых, вот так. Дальше к служебному лифту. Через служебный вход. Блин, тут какой-то большой батл будет. Процесс улучшен. Так, двоечка, я попаду в него? Может, и попаду, кстати. Дамочка, 3-0. Я не наношу так урона. Раз, это мимо. Это уносим. И вот эту штуку пробиваем. Я не пойму. Так, четверку. Давайте, короче, наносим ей урон. Пока он проходит, я не против. Много клеток просто так у нас просеялось. О! Прокачалось, хорошо. Я же говорил, там уже немножечко оставалось. Так, подождите. Тогда получается, у нас есть разрушение кинетическое воздействие. Это кал. Не в смысле, что это плохой скилл. Называется так. Кал. C-U-L-L, если что. Эффект нового активного слота. Подбрасывание ближайших целей с большой силой. С нанесением урона или нет? Хорошо, увеличение кинетического воздействия или продолжительности эффектов большинства функций. Это интересно. Нанесение урона целям при контакте с ним во время хода. Это, кстати, тоже неплохо, это пассивочка. Так, и у нас есть Purge, что будет создание паразита, который находит цель и разрушает ее изнутри. Блин, а вот это интересно. Присвоение разрушенного эффекта большинству функций... разрушающего. Присвоение разрушающего эффекта. Ага. И пользователь автоматически наносит урон при получении урона. Ой, вот это, кстати, тоже хорошо. Может, его на пассивочку поставить? Я возьму вот это. Мне оно нравится. К тому же оно два пункта оператива занимает всего лишь. Дайте мне, пожалуйста, один пассивный слот или же открывание следующий пассивный слот для участия в любом... Вот. Один пассивный слот, пожалуйста, я туда... Кину сейчас вот эту штукенцию, паразита. Так, а это у нас ограничитель очередной, четвертый. Пользователь теряет доступ к 6 или более ячейкам. Угу, спасибо. При уничтожении процесса надо создать 2 клетки. Я заберу, я не буду им пользоваться. Поэтому мне, наверное, все равно. Давайте сначала... Нет, сначала сюда. Так. Вот ты у нас, выбрать функцию и идешь в пассивный слот, установить. Мы забиваем себе всю оперативочку, 20 из 20. Но при этом, если я правильно помню, ну-ка назад, оно у нас
О, ограничители новые, да, сейчас посмотрю. Пользователь автоматически наносит урон при получении урона, потому что меня все равно бьют. Так давайте я их буду пинать взамен. А какой мы получили бонусы на ограничение? Ну, да, я их не буду ставить. До свидания. Теперь, из того, что у нас есть, я нового ничего прочитать не могу. Наверное, пока что нет. Хорошо. Итак, OVC, экран безопасности, подробнее. Открыт. Подъемник на крышу вестибюля включен. Обратитесь к авторизованному администратору, когда доступ на... Доступна, а не доступ. На доступна важная мера безопасности. Пока. Мы ценим ваш отзыв. Мы ценим, что вы пошли нафиг. Так, сохраняшечка и поехали обратно. Вот сюда. Никаких прыжков в лифте идет. Хорошо, договорились. А там сейчас файт будет, смотрите. Там что-то здоровое, блин. А, это... Так, стоп. Его питает вот эта фигня. Так, мы ее сломаем с первого раза. Так, мы ее разобьем. Хорошо. Хорошо, хорошо. Плохо, конечно, но хорошо. Так, четверочку сюда. Минус 20. Раз, два, три. Укладывается. Поехали. А как я к нему переместился, извините, пожалуйста? Не-не-не-не-не, выпусти меня! Блин, я потратил очки действия. А, так, четверку... Сюда. Однерочку сюда. Нет. Четверка у нас просто пробивает все, потому я ее беру. Годится. А потом четверку сюда и сюда. А потом с однеркой просто валим отсюда. Блин, по мне что-то здоровое попало только что. Раз, два, три, четыре. У него останется совсем немножко. Там тупица. Так, четверку. Раз, два. Поехали. Нет! В самый последний момент! Нет! Да как ты еще живешь там? Ой, гадости кусок. Вот бот... Я успею? Да хватит носиться-то, то есть под как, под чьей ты защитой? Раз, два, все. А, как печаль. Как раз хотел сказать, что вот этот нельзя терять, и взял его, потерял. А, черный ход. Не, погодите, а где у нас там сохранялка-то была? Вроде где-то недалеко. Да-да-да, нужно, нужно. Я понимаю, что нужно. У меня тут шифта-то, кстати, нету. Тут у OVC были всякие лифты. Ладно, черт с вами. Поехали. Поехали наверх. Ой, не наверх, а... Кстати, а... Я могу теперь пройти.
Насчет черного хода. Это к морю? Да, это к морю. У нас тут были необдуманные мысли. Так. И ничего. Поговорить не о чем. Ну тогда открываем ту дверь, я так полагаю. Так, поехали. Вот и все. Да нет, это не все. Я в прошлой серии думал, что это все. А сейчас это еще не все. Слушайте, я хотел кое-что сказать. А когда все закончится, может, мы еще успеем уехать из города. Подумай об этом. Я подожду. Дайте мне сохранялку. В смысле, приготовься. Не, ну нормально. Так. Получается, заряд. Что у нас еще есть? Джент. Давайте я пока что компаньона поставлю. Я не умею им пользоваться. Убрать функцию. Давай дополним вот это сюда. И все, не хватает. Но потом вот это вот нужно будет ставить. Как только она у нас воскреснет, нужно будет ставить эту функцию. Знаете, что, наверное, я бы даже сделал? Дело в том, что я как раз и не умею пользоваться компаньоном, поэтому удалить. Теперь вот это вот установить на единичку. Мне проще будет рандомно воспользоваться этой функцией, если вдруг понадобится, чем... Так, аджонт у нас что дает? Использует большинство функций во время восстановления хода. А, вот что оно, кстати, да, и оно у нас осталось. Тогда аджонт мы прибережем, когда у нас восстановится спарк. Вот так сделаем. Хорошо. Годится. Проход на крышу. Ну, давайте встретимся с этими ребятами. Я не знаю, это будет босс-файт или мы с ними просто поговорим. Черт, мне кажется, это будет босс-файт. Что? Мы же только что с ними говорили. Трусы. В смысле, они самовыпилились, что ли? Ставили записку. Ну, давай почитаем. Так. Я не смог остаться, чтобы встретиться с тобой лично. Ха, ясно. Грант не мог больше ждать. Почему он покинул меня? Я предпочел бы навечно остаться в транзисторе. Но он уже не мог рассуждать здраво. Или, возможно, он решил, что уже увидел достаточно. Мы знали, что ставки будут высоки. Высоки. И мы знали, что если потерпим неудачу, то сделаем это вместе, как один человек. Ну, увидимся за городом. Конец личного сообщения. А что толку отвечать-то? Увидимся за городом. Так, это я получу новую обилку. Эй, помнишь меня? Парень, которого ты вчера убил? Позволь мне первым поприветствовать тебя в новом доме. Мерзавец. Просыпайся, братишка, у нас тебе пара вопросов. Как это остановить? Фэрвью. Как же интересно, мы туда доберемся. И это все равно считается, что процесс уничтожен. Схема транзистора. Камера, та-та-та-та. Ну, это схема меча нашего транзистора, да. Я понял. Так, процесс чего? Куда? Погоди! Стой! Нет! Я не думал, что это будет выход с уровня. Yes, sir.
Похоже, я ошибался на их счет. Эти ребята из Камерата хотели изменить все навсегда. Но не так. Их излепила жадность, Гранта и остальных. Остался только один. А он должен что-то знать. Где-то там, в Фэрвью. Мы доберемся туда очень быстро. Но посмотри на город. Его время уже вышло. Если мы доберемся до Фэрвью, мы сможем его остановить. Ах ты ж! Процесс улучшен. Ищейка 3.0. Это печально, то, что это ищейка 3.0. А, он сказал, что... Нет, оно там от... Оно там отличилось. Ах ты ж тварь. Раз, два, три, четыре. Появились новые, ты издеваешься? Так, не двигаемся. Ну, оно меня сейчас убьет. Мне чуть-чуть не хватает, чтобы его добить. Раз, два. Хорошо. А они возрождаются, вот эти черви, глисты подземные постоянно. В следующей части камера ты будешь ждать нас. Получается, мы сейчас дойдем до сохранялки и... У нас обновится... Ну, наши скиллы обновятся. А, нам сюда. Собрала полный за... Ёлки-палки! Тупицы. Ну ладно. Но тут очень много дамис. Если... Ну, я все это не смогу убить. Привет, ребятки. Похоже, пошел звать друзей. Есть такое. Может, он потерялся. Так, хорошо. Еще одна жертва процесса. Прощание с Ред, 27 лет. Жители оплакивают популярную исполнительницу, пропавшую в ходе ужасных атак на этой неделе. То есть они меня уже и похоронили, да? Угу, опубликован такой-то. Так, помощник редактора, полный отчет. Одним из самых заметных голосов Клаудбанка умолк, один из, став жертвой неумолимой эпидемии процесса, захлестнувшей город. Ред начала свой путь в музыке в раннем возрасте, хотя слава настигла ее лишь в последние годы. Ее песни заняли прочное положение в десятке. Спасибо за хороший перевод, блин, уже второй раз за сегодня. Десятки лучших песен, сохраняя позиции в течение 5 лет, по данным OVC. И хотя Red всего одна из тысяч попавших на этой неделе жителей, пропавших, тысячи уцелевших собрались почтить ее память творчества на восточной окраине города. Звук ее голоса прорезал окружающую нас темноту. Ну, отправить. Значит, мои комментарии больше никто не получает. Кстати, да. Но и ты все еще слышишь меня, правда? Правда. Ты все, что мне осталось. Должен быть способ вытащить тебя оттуда. Да. Спасибо за ваш ответ. Али амфитеатра? То есть, получается, я для многих просто невидимый? О, вернули. Отлично. Значит, вот эту штуку мы удаляем. Ставим вот эту. Хорошо. И взрыв у нас был, минуточку, увеличение здесь и площадь большинства других
О, вот это мне тоже нужно сюда, пожалуйста, улучшить. И на трешечку вот это вот у нас было выбрать функцию джонта вот сюда. То есть у нас будет и увеличение по площади, и умение пользоваться вне, ну, во время перезарядки. Вот этот вот навык, он прям нужен, хорош. Так, четверочкой. А, во время удара со спины я становлюсь невидимым, да, была такая фишка. Черт, да, большое место для файта. Я тебя понял. А можно... отменить ход можно. Механизм. Так, давайте мы тебя четверочкой будем пока что лупить. О! Не подходи ко мне. Эти меня уже прицелились, нужно будет быстро валить. Четверка. Два, три, четыре. Это, по идее, должно его добить. Эти два я забираю. А, все. Не все? Где? Раз, два, три, четыре. У него останется 20 жизней. У меня, кстати, тоже не то, что прям уже очень много остается. Но все, процесс уничтожен. И у нас уже опять 76%, кстати, совсем неплохо. Давайте сохранимся. Угу. Новое я ничего ставить не могу, да мне в принципе и нечего поставить новое. У меня вот эта вот собака неприкаянная. Во-первых, она жрет 4 функции. Нет, я понимаю, что скорее всего, если этим правильно пользоваться, активного слота, нанесение урона и повышение уязвимости ближайших целей. Возможность для большего функции оглушать и повышать уязвимость цели. Ну, оно классное, я просто не умею этим пользоваться. Ну, я имею в виду... я не то читал. Призыв друга, да. К сожалению. Ладно, ребятушки, давайте тогда... Вот сохранились. Потом в кассу подойдем. На этом пока что закончим. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем лучших. Всем покеда.